Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите выпуск новостей международной группы компаний Skyway. Мы с гордостью сообщаем всем о завершении 5-го этапа развития нашего проекта. Этот этап прошел очень успешно. Мы смогли перейти от обещаний к реальным действиям. Хотим напомнить вам наиболее значимые моменты завершившегося этапа. Начались строительно-монтажные работы по созданию тестовых комплексов струнных транспортных систем и инфраструктуры в экотехнопарке город Марина-Горка, Республика Беларусь. Расчистка территорий, установка опор струнного ограждения, установка опалубки, укладка арматуры, бетонирование и строительство пилонов транспортно-логистического узла, в котором функция анкерной опоры совмещается с функциями двух пассажирских станций городской и высокоскоростной, а также музея, диспетчерского центра, энергоузла и многого другого, а также монтаж железобетонных фундаментов промежуточных опор. Группа компаний Skyway совместно с общественным объединением «Пуховичский край» получила грант ООН в рамках программы содействия переходу Республики Беларусь к зеленой экономике. Продолжились работы с заказчиками и поставщиками оборудования, комплектующих узлов и агрегатов. Осуществлена разработка проектной документации под ключ на тестовые комплексы Skyway 4-го поколения. Состоялось торжественное открытие монументально-декоративной композиции «Нулевой километр» фактического старта струнных дорог Skyway. Успешно реализованы несколько этапов акции «Посади дерево», благодаря которой экотехнопарк по праву можно считать центром сбережения окружающей среды. Мы заручились поддержкой экспертов в сфере транспорта международного уровня, бывшего заместителя министра путей сообщения Российской Федерации Сергея Гришина, экс-главы Департамента планирования транспорта и инфраструктуры Южной Австралии, руководителя консалтинговой компании Red Hook & Associates Рода Хука, а также специалиста одной из крупнейших мировых инжиниринговых компаний Аарона Харгрейвса. Было подписано соглашение о работе с руководителем консалтинговой компании Rod Hook & Associates Родом Хуком, которое послужит импульсом к скорейшему осуществлению проекта Skyway во всем мире. Группа компаний Skyway подготовила аванпроект на строительство транспортного комплекса Skyway в Санкт-Петербурге по маршруту аэропорт Пулково, станция метро Купчино. Для того, чтобы оценить деятельность компании за минувший период, достаточно пересмотреть видеоинтервью с Анатолием Юницким, который несколько месяцев назад прогнозировал, что же ждет нас на 5-м этапе развития. Сейчас уже очевидно, слова президента группы компаний Skyway не расходятся с делом. С каждым новым этапом наша главная цель – демонстрация и сертификация струнной транспортной системы – становится все ближе и все очевиднее. Мы уверены, что все последующие этапы развития будут пройдены так же эффективно, как и предыдущие, и мы в намеченные сроки представим на рынке прорывную транспортную технологию Skyway. Начало следующего этапа намечено на 8 декабря 2015 года. Смена этапа будет сопровождаться уменьшением дисконта, соответственно, уменьшится и прибыль, на которую сможет рассчитывать вновь прибывающий в проект инвестор.